Так, начинаем наше сегодняшнее путешествие с подхода к ботаническому саду имени Гришко. Национальный ботанический сад имени Гришко на улице Тимирязевской, недалеко от станции метро Дружбы народов. Как мы видим, друзья, киевляне и гости города Киева вышли бороться с коронавирусом на природу. Ботанический сад, посмотреть на сирень, кое-кто ее даже продает, закусить пирожком и полюбоваться на красоты ботанического сада. Так, столпотворение, способствующее, конечно, уменьшению коронавируса. Так, можете закусить попкорном или сладкой сахаром. Так, тут такая очередь выстраивается, но для сотрудников Академии наук Украины национальной. И для пенсионеров бесплатно, да. Потом можете зайти погуляться по Днепру. Ну, это нормально, а вы-то успеваете. Так что видим, что очередь приличная. Идем дальше. Сегодня, видите, узок, сакура. Проходим. Слева, будь ласка, демонструйте посвідчення. Демонструємо вот сад. Демонструємо. Будь ласка. Так, потихонечку проходим. Итак, тюльпанчики, думаю, что уже отцветают. Сегодня выставка была сирени, сегодня планировалась выставка садоводов и огородников также, всякого садоводческого инвентаря. Фонтанчик освежает, потому что сегодня под 30 на солнышке. Ну, монетки что-то никто не бросает в этот раз. Путешествуем в сторону Хорророку, а там дальше пойдем. Проверим и нашу сирень. Пионы, думаю, что уже тоже начали открываться и доцветать. Впереди большая теплица центральная. Так, местные развлечения периода капитализма. Цветочные и околоцветочные. Так. Тюльпанчики освежили, видим, уже потихоньку начали отцветать. Это центральная ботанического сада, который затем выходит на Скифский курган. А сирень, бузок по-украински, цветет в левой части, там, где есть сакура. А также за сакурой участок с бузком. Пройдемте, посмотрим сейчас Пророку. Можно с этой стороны тоже выйти. Не протолкнуться сегодня. Солнце палит. Вот даже среди гомона людей где-то слышен скворец. Подходим в более тихое лесное место. Посмотрим, что за животные. Что за пчелы, жуки. Мухи, шмели. Сегодня в ботаническом саду. О, что-то там рододендроны еще доцветают. Видим, что розовенькие. Ага, значит, вовремя попали. Так. Пророку. Времена года. Идемте дальше. Йоновский монастырь, который раньше был отделом Национальной академии наук Украины. Там сотрудники сидели научные. Помню, однажды был там еще в период советского строя. А сейчас там Украинская православная церковь. Там находится работающий Йоновский монастырь Пророку. Так, что-то только-только посадили что-то. Что-то черненькое зеленеется. Ну, здесь хризантемки растут на этих полянках.
где-то в сентябре появятся хризантемки. Идемте к рододендронам. Магнолии уже доцветают. Здесь цветковые растения, кое-что высаженные, слабенькие еще, только маленькие. Подтягиваемся, пройдем вдоль рододендронов или азалий. Тут еще участок елочек. О, летает ксилокопы, даже заметно сегодня. Одиночная пчела. Желтенькие рододендроны. Так, тут вечерами летают летучие мыши, значит и хрущи летают. Искусственный подик. Так, не протолкнуться до рододендрона. Что вы думаете? Что вы думаете? Не протолкнуться. Почти что японский садик. Надя, пойдем здесь посмотрим. Иди сюда. Там, среди елочек. Тут в очередь надо остановиться, чтобы протолкнуться. Фотографироваться около азалии. Сегодня аншлаг. Не протолкнуться. Монастыря, а потом пойдем в сад сиреньки. Сделать хоть заблаговременно заборчик. О, шмелик летает, причем даже уже рабочий шмелик. Покажем назад. Небольшого размера, причем не один, довольно много. Что-то такое, что-то и всякое.
Где его дальше? Интересно, вам из бабак взяли. Почти все желтые, смотри. Как вы решили? Хочешь желтый или розовый? Какие ты хочешь? Він так само. Я бабушке дав. Давай. Ложись туда. А мама, что замечательно. Вот здесь и тут поры року. Чорненькі грядочки зеленяються. На этом будем заканчивать первую часть прохода около ботанического сада. Часть поры року. Времена года. И идем, направляемся в сторону сада сирени. А вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии. Пока-пока. До новых встреч. Продолжение про ботсад здесь же на канале.